Котеля это то, что называется на арабском языке Шарам Украбим, это на иврите Шарам Арабим. Потом Шершелет, Кутна, возле которого нам не дали пройти, Кутна. Потом эти Шарам Ашгех, дальше Шарам Арзель. Шара Цон. Шесть ворот на этой стене, на западной стене. И трое ворот на северной стене. На восточной и на южной нет ворот, есть замурованные ворота, нет действующих ворот. Мы сейчас в самом центре храмовой горы. Ее длина примерно 480 метров. Котель это 55 метров из-за стены, то есть совсем маленький кусочек. Практически десятая часть, да, 9,5. Западная стена, она часть города. Да? Восточная стена, она одновременно стена храмовой горы и городская. Да, то, что внизу, долина Кедрон, то, что называется. Да? То есть те, кто стоит за стеной, стоят за городом. Западная стена, она не городская, она внутри города. То есть здесь город, во времена храма. Евреи приходят из города, спускаются, город выше, спускаются и заходят на храмовую гору через ворота, которые в стене. Это западная стена. Южная стена, это тоже стена, которая идет от города Давида, тоже она внутри города. Северная в разные времена была по-разному. На момент разрушения храма это была стена, которая была внутри города. Ну, было по-разному. Были времена, когда это была стена городская, а потом город разросся. Восточная всегда оставалась, и до сегодняшнего дня видно, насколько она стена, которая смотрит лицом на Масличную гору, насколько эта стена насколько эта стена, давай не обращай внимания, остается стена городская, она остается городской стеной до сегодняшнего дня, да, видно, насколько эта стена разделяет топографически тоже. Итак, мы сейчас с вами вдоль западной стены. Здесь мы видим новую, это мусульманская постройка относительно, но мы сейчас с вами зайдем, спустимся вниз. Там есть пару евреев, не будем мешать. Но мы расположимся там. И на самом деле мы подходим к котелю. Только не к котелю, который 55 метров, да, который есть, и перед которым очищена площадка. А котелю, площадка, перед которым не очищена. Да. На самом деле, до 67 года, в 67 году, когда освободили Иерусалим, то была застройка, сплошная застройка до котеля, мусульманская, арабская. И то, что сделали, да, то, что армия сделала, просто расчистила, да, разрушили, привезли бульдозер, разрушили дома, разрушили постройки, снесли. И создалась вот эта площадь, которая у нас называется... которая у нас называется Рыховата Котель сегодня, да, площадь перед Котелем. А здесь этого не сделали, и этот отрывок, этот фрагмент стены, он остался. Вы когда посмотрите на него, вы увидите, что это стена Котеля, такая же западная стена, в ней также записки оставляют, это та же самая стена. Только отрывок, который, фрагмент, который за святая святых, да, то есть если это храмовая гора, наш так, святая святых посредине примерно, да, то здесь западная стена, тот котель, который, ну, западная, да, это, да, здесь котель, в котором мы, а мы сейчас где-то здесь находимся, да, то есть перешли немного. Мы войдем туда, спустимся, там сможем спокойно поговорить и посидеть, и сделать очередную остановку. Thank you.
эти дни. Присаживайся. Сегодня можно пачку не будет. Допускается. Я специально юбку 3 недели не стирала. Ладно, наоборот, ты ее после этого не стирать. Наш кот. Вот он так идет дальше. Кот, 480 метров. Еще туда дальше. Еще достаточно далеко. Там не раскопано это все, да? Ну, не разломано. Не разломано. Не расчищено. Они использовали котель как четвертую стену дома, да? То есть видите, те стены, да? Экономия. Так строишь 3 стены, одна уже готова. Они используют стену нашего храма, правой горы, как стену для одной стены дома. Мы называем, на иврите называется этот период хронологический, это время между 17-м Тамуза и 9-м Ава, эти 3 недели траурные, которые начинаются с поста и заканчиваются сегодняшним постом 9-го Ава, называется Бен Амейцарим, Межтеснин. Мейцар, да, это от слова цар. Цар — это тесно. Узко, тесно. Бена Мейцарим. Межтеснин. Я всегда, когда прихожу сюда с людьми, я всегда говорю, что, наверное, меня многие слышали. Я всегда говорю, что мне кажется, что котель должен выглядеть именно так. Конечно, мы там расчистили площадку. Но когда приходишь на ту площадь, то тебе кажется, что уже все хорошо. Когда находишься здесь, то понимаешь, что такое Бен Амейцарим, Межтеснин, когда народу тесно. Отсюда можно только вверх. Здесь нет боков. Хурбан, разрушение, разруха – это процесс, который переживает наш народ. Это процесс. Это ущербное состояние национальное. Оно сказывается на самом деле на всех, во всех уголках нашей жизни, во всех ее проявлениях. Мы находимся с вами в очень непростой, сложный период для еврейского народа,
на исходе очередной войны, которая, судя по газетным заголовкам, заканчивается. И как странно читать опросы общественного мнения о том, что народ более грустен, народ 70-75%, да, то есть подавляющее большинство вопросов, учитывая, что 20% народа — это арабы, да, население, то это подавляющее большинство, подавляющее большинство. Грустны, потому что эта война заканчивается. Это ненормально. Мы хотим, чтобы она продолжалась? Нет. Мы хотим, чтобы она закончилась. Почему мы грустны? Потому что она не заканчивается, а прерывается. Это не завершение боевых действий, это перерыв боевых действий. На месяц, или на год, или на два, это не важно. Это процесс разрушенного национального самосознания. И, пожалуй, о этой войне ничего хорошего сказать нельзя. За что воевали? За что погибли ребята? За что лучшие сыны этого народа лежат в могиле? За какие-то подземные ходы? Это была война против туннелей? Борьба с туннелями, борьба с крысами, с чем была борьба? 63 бойца. Офицеры, солдаты на протяжении месяца. Включаешь радио, похороны, 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 похороны. Похороны живых людей. Даже не наших сверстников, моложе, 19-летних. За что? Во имя чего? Две истории. Меня лично очень тронули. Я ничего вам не открою. Вы все это читали и видели в газетах, в СМИ. Две истории. Одна история — это Шон Кармели. Вторая история — это Бная Сарель. Два еврейских мальчика. Если в мире есть полюса, то они как раз по разные полюса. Один северный полюс, другой южный. Там точнее был один западный, другой восточный. Шон — сын родителей, которые не живут в Израиле. Приехал, настоял, закончил здесь школу, он здесь в Тихоне учился. Пошел в Гулани. Знаете, что такое Гулани? Простой солдат. По-русски говорили: пал смертью храбрых. Отдал жизнь.
Как сын нам еще уже написал песню, очень трогательно. На его похороны пришли две сестры и 20 тысяч братьев. Солдат-одиночка. В еврейском народе не бывает солдат-одиночек. Бная Сараэль, майор в Сэрон, командир Саерет, спецназ в Гевате. Да, что он жил в Раанане. Раанана, сытая, довольная жизнью, богатое место. Спросите, что такое Раанана, простого обывателя? Это место без идеалов. Это город просто так. На самом деле, город, сын которого встает и отдает жизнь за еврейский народ. Это просто так. Бная Сараэль, Хеврон, Кириат Арба. Это город, который не просто так. Родители, отцы-основатели города, семья, 8-9 детей. Прошел весь путь до майора. В предыдущей операции в Газе был представлен к Цалашу, это герой Израиля, к награде. Не получил в итоге. Переживал. Утвердят, не утвердят. Отец на похоронах рассказывал. Позвонил. Не утвердили. Отец говорит, я спрашиваю, как тебе с этим? Он говорит, я очень рад. Отец говорит, почему? Как может быть? Он говорит, теперь я знаю, что воевал не за Цалаш. Да, воевал не за медаль. Через две недели должен был идти стоять под хупой. Ава. Через 12 дней. Невеста вдова. Это не просто травма, это не просто потери, это не просто жертвы. Это опорные столбы, на которых строится нация. Это фундамент. Это фундамент, на котором в итоге будет построен храм. Потому что храм строит народ. Здоровый народ. То разрушенное национальное самосознание, о котором мы говорили, которое начинает создаваться,
строиться, подниматься. Оно строится на этих ребятах. И за это они погибли. И за это они отдали жизни. Туннели, не туннели. Такая война, другая война. Это опорные столбы нашей нации. Кто-то из них абсолютно сознательно родился с этими словами, впитал с молоком матери, вырос в Хевроне, не представляет себе вообще никакой другой жизни, кроме как жизнь самоотверженности. Борьбы за свободу и независимость народа. Кто-то обычный человек, живет свою молодость. Воюет, потому что все воюют. Часть коллектива. Часть большого народа, у которого своя борьба. Никогда не читал Рава Кука, наверное. Я, конечно, обобщаю, может, и читал, но в целом, наверное, как символ, наверное. Не знаю, подписался ли бы хотя под одним из тех слов, которые я говорю. Но это абсолютно не важно. Храм не будет построен, пока мы не станем народом. А народ мы не по умолчанию. Народом нужно стать. Народом нужно себя сделать. Нужно родиться и вырасти. Нужно учиться качеству. Нужно стать гордым, сильным, созидателем своего счастья. И прийти к служению, к дому служения, к храму служения, без которого мы не народ. Заколдованный круг. Без храма мы не народ, а без народа мы не храм. Выход из этого лабиринта только в движении. В параллельном движении. Становиться народом и строить храм. Осознавать причастность. Быть частью процесса. Урицви пишет стихотворение «Клятва». Да не услышат народы отчаяния вой, да не увидят поверженных злою судьбой. Хватит с них крови, не дайте пролиться слезам. Да не познаем их милость к побитым рабам. Лучше, чтоб гнева огнем закаленный блистал острый холодный металл. Лучше безмолвие уст, как безмолвие скал, черная бездна и отблеск пожаров и дым в наших глазах,
Аравия, Германия, Рим. Кто нас не жег и не гнал? Станем тенями убитых, несущими весть. Месть. Забарюхаем вперед из пещеры тюрьмы. Мы. Наши тела — то орудия, готовые в бой. Здесь, где земля возродилась под нашей рукой, в ней наших праотцев кровь и священный покой. Если на нас поведут нечестивых цари, полчища злые оскалят клыки упыри, в глотки злодеев войдем и взорвем изнутри, и под смертельным напором огня и свинца клятвою живы сердца. Сколько бы мы ни ходили дорогами бед, не покоримся губителям вечен обед. Где только наших под солнцем не встретишь могил. Помним о них. Это воинство нашего праха. Дальше шагаем по жизни, все в тех же рядах. Да распрямит эта клятва, прибавит нам сил. Да засияет сыновник в дочерних глазах. В нашей крови ее жар и напев на устах. Да возродится во славе Иерусалим. Да возродится бессмертен, священ, неделим. Хватит изгнаний, скитаний, их смрадных болот. Этой земле мы исконный народ-властелин. Кто кроме нас охранит ее? Кто проведет Божьи границы? Обозначим это как заключительную точку, с которой можно только вверх. Еще немного побудем, помолимся, это Котель. И будем двигаться.